Всем привет! Сегодня очередной выпуск сборки журнала Танк Тигр. И мы с вами сегодня соберем практически стопроцентно одну гусеницу. Почему именно практически стопроцентно? И это по двум причинам. Во-первых, у меня не хватило краски, и я не прокрасил стопроцентно один из наборчиков. Здесь прокрашено, здесь нифига нет. Ну и во-вторых, я не могу найти ту секцию, которую мы с вами уже собирали. Не знаю, в последнее время, после вот большого ремонта, там подобное, много чего куда делось. И некоторые ключи не могу найти, которые нужны там для сборки, как, например, той же солнечной системы. Также вот не могу вот эту часть гусеницы найти. Где-то она лежит в каком-нибудь из ящиков, но я не знаю в каком. Я ее найду и как-нибудь потом докрашу. Это, пользуясь, возьмем ту часть, дособерем и попробуем поставить. Просто для вида. Ее сейчас не надо ставить, но так посмотреть. Ну, сейчас приступим. Начнем мы это все распаковывать. У нас много получается у нас на одну гусеницу столько. Так, 9, 8 уже покрашены, 9 не докрашены. До этого мы сколько-то с вами их собрали, и получилась у нас вот такая вот, скажем так, сборочка. Так, ну ладно, давайте приступим к сборке. Сборка будет довольно долгой и длинной. Так что приступаем. Продолжим, ребята. Именно журнала к этим у меня уже нет. Но есть 114-й, последний на данный момент журнал. Тут у нас тоже были гусечные траки наши, и тут показывается, как его собирать, если кому интересно. Берутся у нас участки, как видите, вот этими тоненькими участками сюда, более широкими сюда, и вставляются наши эти вот опорные шпильки именно со стороны толстого участка. Вставляются и вставляются. Ладно, доткну их до конца вот чуть позже. Я даже не знаю, вы просили весь техпроцесс показывать. Так что, не знаю, процесс все-таки довольно долгий, длинный и нудный. Так, это у нас тоже стало. Ну, сейчас я соберу вот этот участочек, я думаю, на камеру. Блин, что-то я начал путаться. А потом вы это посмотрите. То есть и остальное я имею в виду. Соберу без камеры, чтобы вам не было скучно. То вот так вот. Ну или можно с секциями, например, буду потихоньку собирать, и буду потом, когда буду это обрабатывать видео. Так, сюда не хочет вставляться. Здесь она, блин, либо краска, либо такая сверловка была. Буду просто фрагментарно вырезать. И сюда не хочет вставляться. Вот, теперь уже стало. Но остальное я потом дожму. Короче говоря, это вот так вот. Довольно длинный, нудный процесс. И здесь такая же хрень. Так, сюда. Вот
Потом еще раз сюда. Куда же у меня эта гусеница делась, а? Сейчас бы можно было бы ее поставить бы и посмотреть бы с вами. Ну, не судьба. Ладно, обязательно ее найду, потом покажу. Нам все равно собирать еще вторую гусеницу. Вот так. Да. Все-таки долгий процесс. Ну вот я собрал вот такой фрагмент. Вот эта часть вообще бракованная, получается, с ней ничто не стыкуется, даже погнулись шпильки. Ну, я их потом выпрямлю. Шпильки почему? Потому что их две было. Ну, не проблема. Что-то здесь вот, даже, я думаю, видно, здесь вот поцарапалось. Оно просто не входит. Надо, может, здесь стачивать. Короче, бракованный вот этот трек. Вот собрал я вот этот участки. У нас вот такая вот гусеница. Гусеница наша. Гусеница. Дальше продолжим. Это реально нудные, скучные занятия. Я тебе уже шпалец намял. Потом еще и вбивать туда, поскольку они не совсем до конца входят. Так что вы многого не теряете, поверьте. Результат вы увидите от этой сборки. Довольно нудный. Даже думаю, это, знаете, лучше. Например, получил журнальчик, покрасил, собрал. Собрать 8 штучек или считать, сколько их получается. Немного легче, менее надоедливо. Так что, ну, продолжаем. Я продолжу, а потом вы опять увидите результат, потому что это реально скучно. Опять он не хочет входить. Хотя бы вошел. Ну, ребят, теперь она у нас уже вот такая вот длинная. Как видите, такая вот катушка. И это еще не все. Вон еще их сколько. Плюс еще будет найден потом участок подсоединен. Ну, вот так вот. Продолжим. Ну, продолжаем, ребята. Вот такая вот длинная гусеница получилась. Считайте. Это деталюшка. Гусеница, трак вообще не совмещается. Надо протачивать. Шпильки гнутся. Плюс в самой здесь конструкции тоже есть вот это вот, не вставляется. Тут тоже надо просверливать, рассверлка, там отверстий нет практически. И где-то еще что-то было. А, наверное, здесь вот тоже. Вот они все, вот как раз эти 3 штуки, но вот этот. Остальные я, похоже, более-менее вбил. А, вот еще одна тоже, которая тоже не вставляется. Это я все сделаю. Вот такая вот вещь у нас получилась. Довольно весомая. Конечно, тигр не налезет, поскольку она очень маленькая. В сравнении с тем, которая должна быть. Ну, я говорю, это найду фрагмент, докрашу вот это, и будет у нас одна гусеница. Вот пока что вот так вот. Извиняюсь, что обрывал запись. Но, поверьте, это очень скучно, нудное. Поэтому уже все пальцы даже больно станут это вдавливать. Конечно, пользовался не только пальцами вдавливал, но еще инструментом. Но все-таки все равно не очень удобно. Так что вы многого не потеряли. Так вот, тут так вот. На этом пока что все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Так что, как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Так что, всем счастливо, пока и до встречи.